как быстро растет ель колючая голубая. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сейчас я расскажу вам, как же быстро у нас растет ель колючая голубая. Может быть, это уже я по второму разу уже пошел, я не знаю. Но постоянно вопросы задают, как же она быстро. Вот годовой прирост. Вот годовой прирост. Но она посажена сюда практически с маленьким корнем. Вот видите, все почки. Вот здесь считаем, сколько почек. Отсюда пойдут побеги. На каждом побеге будет опять же по столько же почек. То есть она растет в геометрической прогрессии. Вот побег 15 сантиметров, я уверен, где-то так, приблизительно. Смотрите, какая почка. И сверху верхний побег очень выстрелит высоко. Где-то примерно вот такой будет на следующий год. Довольно-таки будет хорошая, красивая, пышная ель. Везде здесь почки. Это ель колючая голубая. Пятилетка у нас. Довольно прекрасный экземпляры. Сейчас их рассаживать, мы будем их рассаживать на расстоянии где-то 50 сантиметров, и они у нас спокойненько пойдут. На следующий год будет очень прекрасный шестилет, если, конечно, ее не выкупят. Еще раз показываю. Вот годовой прирост. Это сантиметров, но больше 10 точно, сантиметров 15. Здесь вторая почка пошла. Вторая почка у ели, ничего страшного тоже нет. Но видите, как у ней-то не такая большая почка. Верхушечного побега будет маленький на следующий год. А вот эти все, вот, хорошие, почка верхней, они все дадут очень хороший верхний побег. Вот здесь вообще прекрасная. Видите, как почка хорошая. Некоторые стремятся купить выше, но там нету почки верхней. Лучше купить маленький экземпляр, чем с хорошей почкой, чем выбирать побольше себе. Ну, как бы клиент всегда прав, и какие выбирает, такие убивает. Вот эта ель пустила второй побег. Вот вы видите второй побег. В этом ничего страшного нету. Единственное, у нее не такие почки, как у, например, у этой, или у этой, или у этой. А так она будет расти, и проблем с ней не будет. На следующий год на ней не будет второго побега, могут быть на этих. Ну, это все будет выкапываться, пересаживаться, так что проблем как бы с этим не будет, я думаю. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Всего доброго, удачи!